Радий представити наших ранкових гостей, логопеда Світлану Осівцову та її двох чарівних помічниць, які себе бачать ще в екранах і вже реагують. Це Єва та Аня. Подобаються вони собі у кадрі. Нам вони теж подобаються. Доброго ранку вам. А вас з професіональним праздником, в першу чергу. Звісно ж, от таких прекрасних принцес і принцев, з якими хочеться працювати. Но в первую очередь всегда возникает, наверное, вопрос, как вот таких непосед, сейчас они, конечно, держат в рамках себя, они принцессы, но чаще всего дети — это непоседы, как их вовлечь в занятия с логопедом и объяснить, что это все-таки нужно. В первую очередь от вас вот несколько, возможно, советов родителям, потом перейдем к практике. Вот мы можем понаблюдать уже сейчас за девочками, да. Самое важное у ребенка – это интерес. Вот им сейчас интересно. Для некоторых это новое, для кого-то, да, как бы. И вот эти эмоции их перенаполняют. Вам интересно, девочки? Да? Да. Да. А давайте я вас познакомлю. Вы же не познакомились еще? Познакомься. Это Аня. Да. А тебя как зовут? Ева Алексеевич. Ева Александровна. Познакомьтесь, гости, это Анна, а это Ева Александровна. Вот уже даже с маленького возраста, да, каждый себя презентует по-разному. По-своему. И именно это мы, да, то есть по-своему. Это именно мы это развиваем. Развиваем в игровой форме, с помощью игрушек. В каждой семье должна быть и есть, я уверена, любимая игрушка. То ли это игрушка для театра вот такого. Привет! Как тебя зовут? Ева Екатерина. А скажи, пожалуйста, Ева, как зовут маму? Мама Света. Мама Света. Анечка, как зовут твою маму? Катя. Катя, замечательно. Девочки, а скажите, сколько вам лет? Сколько, Ева, тебе лет? Вот так. Давай сосчитаем, давай? Давай. Давай. Анна, покажи пальчики. Один. Два. Десяти. Четыре. Теперь давай скажем, мне 4 года. Мне 4 года. Отлично. Вот вам было видно, да, что ребенок общался с игрушкой. Часто ребенок воспринимает маму и папу как маму и папу, да? То есть они все знают, все понимают. А когда включаешь интерес, вот Ева помладше, то ребенок общается с игрушкой. Да, Нюшка? Ну... А тебе сколько годиков? 5 годиков, да? Отлично. То есть скажи... Мне 5 лет. Мне 5 лет. Умница. Молодец. Похлопаем давайте. Похлопаем. Круто. Вместе с мышкой. А громче вы можете? Громче, как мышка хлопает. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Вот, молодцы. Действительно, ребенок должен сам себя слышать. Не только свою речь, но и свои действия. Ну и опять-таки вот мышку то, что... Мышку мы посадим, да? Она будет с нами. То, что радует, как бы, да, то, что дети слышат не сюсюканье, скажем так, а вырабатывают все-таки даже, общаясь уже с логопедом, нормальную речь. Конечно. Да. Повторяют уже конкретно полное предложение. Еще одна мышка. Давай ее сюда. Отлично. Эта мышка у нас большая, да? А это какая? Маленькая. Маленькая. Сколько всего мышек? Две. Две, Евочка. Две. Скажи, две мышки. Две мышки. Анюта, две мышки. Две мышки. То есть всегда помогаем деткам, когда они растут, да, обобщить. До какого возраста вот можно использовать вот подобные игрушки, чтобы вовлечь ребенка? Вот они будут с нами. И вообще игровая деятельность у ребенка с года до 6. Очень часто дети идут в школу и носят еще с собой игрушки. И это нормально, потому что каждого ребенка психика развивается в свое, да, время, индивидуально, конечно. Если мы говорим о других еще моментах, вот актуализировать внимание, да, какую-то, там, не знаю, память, какие-то моменты, да, то, что там запомнили дети, как здесь быть, как вовлечь их в это? Как вовлечь в то, чтобы все время развивалось внимание? Внимание развивается всегда и везде. Главное держать фокус внимания. Почему часто ребенок не говорит? Он знает очень много, но он не может высказать свои мысли, потому что не задают вопросы родители, не интересуются, как. Бывают, конечно, анатомические нарушения, да, там какие-то врожденные моменты, но бывает, ребенок абсолютно здоров, но ему комфортно помолчать, посидеть в интернете. Для того, чтобы этого не случалось, игрушек должно быть много, но их нужно как бы структурировать ребенку, да. Вот давайте посмотрим, что у нас на столе есть. Дети. Давайте будем называть. Давайте. Мячик. Мячик. Это суджок, мячик. Вот этот мячик замечательно, вот смотрите, будем идти от детей, да, что они будут выбирать. Этот мячик, держи, замечательно у нас активирует моторику
через пальчики. Вот мы его крутим. Оба-на. Убежал. Держи. Ой, отлично. Ой. Крутим. Какой он? Какой он? Колючий или гладкий? Колючий. Колючий. То есть, когда ребенок затрудняется в выборе, нужно ему предоставить несколько вариантов. Да. И он выберет, согласитесь, правильный чаще, да, по ощущениям. Теперь мы можем сверху ладошечку. Анют, смотри, сверху ладошечку. Видишь, покрутить? Так, это приятно, наш... Да. Нет. Колючий. А теперь на правой ручке мы покрутим. И скажите, пожалуйста, какого цвета ваши мячики? Красненький и синий. А у тебя, Ева? У меня много мячиков. Мячиков много, а сейчас у тебя один колючий. Какого он цвета? Красный и зеленый. Зеленый или какой-то другой цвет? На что похож этот цвет? Синий. Синий на что похож? Анечка, помоги Еве. На что похож? А красный. Красный, да, ты знаешь. А этот как небо. Какого цвета у нас небо? Так месяц. Голубого. Голубого, подсказка тебе. Голубого. Отлично. Давайте положим наши мячики к мышке. Мышка их поохраняет. Что же мы еще видим на нашем столе? Угу. Что мы еще видим? Цветочки. Цветочки. Сколько же тоже наших цветочков? Два. Два. Вы видите, у нас все по два, потому что у нас сегодня сколько маленьких девочек в студии? Две. Две девочки. И Еве тоже держи. И давайте вспомним, как мы нюхаем цветочек, и потом как мы сдуваем одуванчики. Как мы нюхаем. Успевают и нюхать, и сдувать. Да, да. Два в одном. Еще раз. И все, и улетели все одуванчики. Вместе нас... с тем разрабатывается дыхание. Да, речевой выдох. Это очень важно. Потому что, когда речевой выдох нарушен, ребенок опускает звуки, он глотает слоги, переставляет их, он не справляется. Часто вдыхая ртом, еще может присоединиться и логоневроз, заикание. Мальчики, все там. Что молодцы. Еще мы можем, скажем так, потому что у нас сегодня очень много всего, а что еще можно использовать для работы вот с детьми, молодцы. Чтобы развивать? А давай Ева подует два раза. Давай, два раза. Раз, два. А Аня три. Один, два, три. Молодец! Молодцы, давайте Ничка. Похлопаем. И цветочки тоже будут на нас смотреть. Давай их повыше поставим. Какого цвета цветочки? Зеленого. Давай скажем, цветочки зеленые. Зеленые. То есть всегда? Цветочки зеленые. Вот слышно, да, что у Евы звуки пока вот они у нее формируются, рождаются. Но тем не менее она старается повторить правильно за взрослыми. Это и есть постановка речи с самого рождения. И в процессе если до мы школы. Говорим, да, вот о работе с детьми, насколько их хватает? Потому что мы-то актуализируем всегда их внимание. Ну вот видите, насколько их хватило. Я вот из-за этого, интерес утерян, да. И у них просто все... еще много объектов, которые не исследованы. Да, вокруг все новое. А вот скажите, пожалуйста, можно взять любые предметы дома? Что у меня в руках? Фигуры. Фигуры. Круг. Круг. Какого цвета? Желтого. Желтого. Квадрат? Зеленого. Зеленого. Видите, как Ева у нас любит зеленый цвет. Раз вы так выбрали, я вот так их помешаю, и каждая выберет свою фигуру. Что у тебя за фигура? Круг желтого цвета. Молодец. Никогда зеленого цвета. Вот как бы, да, по аналогии она уже даже повторяет за своей подругой. А работать вот так лучше вдвоем или индивидуально с ребенком? Как? А, ну, вдвоем это и есть мама, папа и имею в виду вот двое детей, то есть втроем получается тогда уже. Если детки похожи по, скажем так, развитию, то вдвоем им очень даже круто и здорово. Да? Они даже по аналогии потом быстрее звуки активируют. А если мы говорим, да, вот о том, что есть дома, вот то, что можно еще использовать родителям, вот фигурки, да, можно самим сделать. Я смотрю, у нас еще прищепки. Давайте подберем, да, у нас такие чудесные прищепки. Давайте подберем по цветам прищепочки к вашим фигурам и оденем туда их. Зеленый. И одеваем прищепочки. Так, давай, Анечка, одеваем. То есть вот дома абсолютно все. В доме абсолютно все можно использовать для развития ребенка. Не обязательно покупать дорогущие игрушки, которые говорят за маму и папу. Детям нужна речь.
Ну, то есть, и самое главное, что вот стоит все-таки акцентировать внимание, что это не обязательно должны быть какие-то скороговорки, либо прям упражнения конкретные. То есть, вот уже есть игровая форма, которая просто мотивирует разговаривать. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Круто. Это горка, говорит Ева. А у тебя что получилось? Что у тебя получилось? Качелька. Качелька, вот. А скажи, пожалуйста, сколько у тебя прищепочек, Анют? Две. Скажи, две прищепки. Две прищепки. А мне вот так три прищепки. Три прищепки у Евы. Согласны, Виктор? Да. Вообще отличные малыши. Давайте поставим качельку, нашу горку, и они будут с нами. Так. Также существуют еще классические артикуляционные упражнения, которые тоже помогают для активации и развития звуков. Есть замечательная подборка для самых маленьких. Вот веселое упражнение можно, да, показать для малышей. Здесь идет стихотворение, и показываем ребеночку сразу, как должен язычок выглядеть. Посмотрите, как язычок у птички выглядит. Как? Острый, вот такой. Очень. Вот. Если ребенок маленький, ему рекомендуется дать зеркало. Это у нас Евочка. Вот помладше. Держи, Ева. А Анюта, она уже больше по аналогии быстрее повторит. Она чуть старше. Вот. Видите, какой язычок у Анюты? А у Евы? Вот. Мы тоже видим. Следующее у нас упражнение. Посмотрите. Выберем. Что делает собачка? Что делает собачка? Евочка, что делает собачка? Гав, гав. Гав, она, это когда она бегает на улице, гавкает. А здесь она что делает, Ев? Улыбается, тебе подсказывает Анют. Посмотри, улыбнись в зеркальце. И вот тут девочка, вот видно, видите, тоже улыбается, да? Вот, улыбается. Отлично. Вот это тоже мы можем использовать по аналогии. Можно показывать картинки. То есть картинки. Все как бы, да, делаем по аналогии. Учим по аналогии, либо на себя показываем, либо интереснее все-таки. Либо материал, да, который есть доступный. Привлекает больше. Да. Отлично. Зеркальце мы тоже положим. Какого же цвета наше зеркальце? Красного. А, Евочка, красное. А сколько у нас зеркал на столе всего? Один. Одно. Одно. Давай скажем. Когда ребенок путает, и либо слог, либо в начале нет звука, можно применить ритм речи. То есть можно попросить его хлопнуть, либо тихонечко постучать. Давайте скажем. Одно. Зеркало. Зеркало. Вот, то есть, да, намного легче ребенок задает себе сам ритм, и слоги становятся все на места. Напоследок, скажем так, что-то еще. Вот одно, чем можно вовлечь ребенка, и что можно посоветовать родителям еще дома? Я всегда советую родителям, чтобы у ребенка была такая некая галерея славы, да? Это его работы. Возможно, это полочка, возможно, это холодильник с магнитиками. И вот сегодня мы нашим малышам, я приготовила раскраски, да? Класс! Попросим их раскрасить. Ребенок всегда прав. Мы только его направляем. И тот цвет, который он выбирает, значит, этот цвет соответствует его настроению. Что выберем мы? Какой рисунок, девчонки? Я хочу такой рисунок. Уступим девочке Еве, да, Анюта? Отлично. И все. Посмотрим, давай, определили. Ева, что же это за рисунок? Грибочек. Грибочек. Что же у него не разукрашено еще? Что потеряли? Ножка. Ножка, еще что? Травичка. Травичка, еще? Листочек. Это листочек. Листочек. Давай скажем листочек. 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 Вот как бы, да, и собрала она слоги в одно слово. Каким же цветом ты будешь раскрашивать листочек? Вот такие. Зеленый. Листочек у нас будет какого цвета? Розовый. Розового. А почему розового? Потому что Сергея зовет висеть. Тебе нравится? Давай раскрасим розовым. Почему бы и нет? Хороший ответ. Почему бы и нет? А у Анюты листочек какого будет цвета? Ну, какой бы ты хотела? Оранжевого. Оранжевого. Круто. Отлично. Еще оранжевый. Так, давайте мы тут вам немножко освободим место. Пространство, пространство, да, чтобы должно быть. Рисовать. Да.
Если говорим о месте, где заниматься с ребенком, вот если, например, да, это дома, вот то, что видим сейчас, да, постоянно наполненное, скажем так, интерьер, они рассматривают все. Это должно быть с игрушками место или все-таки что-то вот строгое, где ничего не будет отвлекать? Ну, детки разные. Если ребенок очень гиперактивный, то можно с ним заниматься везде. Угу. То есть, да, вот он подошел к вам в этот момент, и вы тут же можете активировать или закрепить какой-то из моментов, который нужен ребенку. Угу. Но лучше, ну, на мой взгляд, ребенка все же приучать, чтобы он, да, кушал за столом, рисовал за столом. Пусть по чуть-чуть, пусть по минуте, по две, по три, по пять, потому что детки не поседы. Ну, потом лучше он побегал, и ты попросить его, но же там еще незаконченное дело, давай мы его закончим. Рисовали. Ой, давай покажем. Вот, да, рисовали. Посмотрите. У нас уже это дело законченное. Какая у нас хорошая моторика. Листик мы весь заполнили. Все у нас, видишь, как красиво. Сколько же листиков всего на картинке? Один. А внимательнее посмотри. Посмотри внимательнее, вот так, подальше. Один, который ты раскрасила. А всего на картинке сколько? Два. Два, молодец. Давай покажем, где два у нас листика. Один, два. Сосчитали. Давай теперь вместе скажем. Два. Два. Листика. Два листика. Молодец. А грибочков сколько? Один. Один грибочек. Так, да, Аня сдает и свою. Анюта, смотрите, работу. Какая прелесть у Анют. Анют, а сколько у тебя листиков? Два. Два листика. А какого же цвета? Они разного или одинакового? Разного. Разного. А какого разного? Давай назовем разного. Оранжевый и зеленый. Оранжевый и зеленый. Отлично. Круто. Девчонки, вам спасибо большое. Вы прям умнички сегодня. Давайте себе поаплодируем, да? У нас хорошая была практика. И еще сюрприз для них. Классный. Можно использовать вот такие обычные стаканчики для, не знаю, фреши, по-моему, в Макдональдсе, да, новые трубочки вставили. И также мы тоже развиваем речевой выдох. Нужно побулькать в трубочке. Подуем. Держите. Давайте. Дуем. Носиком. Я делаю. Вдыхаем. Так, и Анютка тоже. Вот, круто. Видите? А если еще в ванной добавить туда немножечко каких-то бульбашек, ну это когда ребенок уже понимает, что нужно только выдыхать, то ему еще и весело. Так что вот так, друзья, фантазируйте со своими детьми, самое главное, ими занимайтесь. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Еще раз с профессиональным праздником. Поздравляем всех логопедов, тех, которые позволяют с юного возраста все выговаривать и все правильно говорить. Действительно, да, Виктор, сегодня международный праздник, поэтому хочу поздравить своих коллег во всем мире. Это чудесно, мы учимся, обмениваемся опытом, и это очень здорово, потому что опыт, практика – это и есть самая классная работа. Девушки, и, кстати, появляются мужчины-логопеды, что интересно. Их, конечно, там 1% из 100, но тем не менее, как в фильме «Усатый нянь». Поэтому, девушки и мужчины, поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам творчести и вот таких чудесных учеников вам.